Вы в прямом эфире! Мы можем продолжать краситься? Мы можем продолжать краситься? Мы можем продолжать краситься! А, дорогие мои подписчики, вы мне вчера написали в комментариях, что я что-то давно не была в прямом эфире. И вот... Гагарина вышла в прямой эфир, давайте посмотрим. И вот... Настя, включай. И вот я вышла. Всем привет. Всем привет. Ой. Значит, где мы? Yes, where I am. Сейчас будет. С опозданием у тебя идет. Ну не надо, сейчас будет пересекаться. Убери, вот отключись, не следи за мной. А мы хотели Гагарину посмотреть. Дорогие друзья, мы находимся в прекрасном городе... Междуреченск. Тюмени. Не угадали. Мы в прекрасном городе Тюмень. Тюмень. Скоро будем выступать на очередном празднике души. Тело. А что это у меня комментарии не идут? А, вот сейчас пошли. Вот. Покажи мне глаз прямо. Глаз, вот, пожалуйста, тебе глаз. Будем сейчас выступать, петь. Танцевать. И танцевать. И петь. И... Мы будем заводить. И разводить. Мы будем заводить публику. Ой, ой, красотка, мне написали девчонки, молодцы, хорошо сегодня накрасили. Сегодня я красотка. Ура, получил зарплату. Заплачу им сегодня. Наконец-то. Вчера так себе было, штрафовала. Мы платили. Дорогие друзья, ну как у вас... Вообще, ваше ничего. Вы грустите по поводу того, что началась осень? Или у вас такое же шикарное настроение, как и у нас? Мы вот сегодня, например... Ой, Маришка, Маришка следит за нами, смотрите-ка. Маришка, во сколько выход на концерт? Никуда, без Маришки. Вот мне тут написали «жопа». Это что? Что значит? Это я жопа? Покажи жопу. А, в смысле, покажи жопу? Нет. Сегодня нет, друзья, я не могу показать. Идите, мы покажем. Я не буду. Я тебя люблю. Это кто? Это мужчина или женщина пишет? Женщина. Ну ладно. 19:30 пишет Маришка. Маришка, спасибо большое. Вот, дорогие друзья, ой, осень началась, лето продолжается. О, вот я с вами согласна, Инесса. Инесса, лето продолжается, потому что но в Москве... Да, лето продолжается, но за деньги. У кого много денег, тот может поехать в лето. А лето, лето, на... Я не буду это снимать. Я не хочу, чтобы это снимали. Я просто танцую, чтобы у тебя было хорошее настроение. Как минимум... Еще до 12-го, по-моему, апреля, хотела сказать, сентября в Москве. У кого есть деньги, и апреля тоже. Покажи ноготочки. Они уже отросли, они не очень выглядят. Я приеду, наконец-то, из своих затяжных. Мне помыть тушь такой объем делает. Помыть. Не надо мыть тушь. Не мойте тушь. Красьте. Когда гастроли в Красноярск? А когда-то есть, да, у нас Красноярск или нету? Нет. Нету. Мне кажется. Красивые стрелки на глазах. Юль, прибавку сегодня получите. Мне сегодня время. Вот. Марка туши, подскажите, пожалуйста. Вивьен Сабо. Как дела? Хорошо, когда в Баку соло-концерт ждем? А будет тогда? Вот ждете, будет.
Дорогие друзья, мы сегодня летели с утра пораньше на пропеллерах. Чтобы это не значило. Был такой самолет у нас забавный на 40 человек. Из них 20 было нас и 3 организатора. Вот. И было так страшно. Так весело. Так весело, да, так весело. Мы смеялись. Смеялась. Мы всегда смеемся. Дорогие друзья, я вот что вообще вышла в прямой эфир. Знаете, мы пока тут красились, смотрели много всяких вайнов. Их оказалось такое количество, что я подумала, а может и мне замутить вайны. Смешнюльки такие. Буду вам показывать какие-то смешнючки, штучки такие. Как, Полина, как дела? Казахстан. Вот. Вы хотите от меня вайны? Вдруг разбогатею. Буду. И уйду в комедианты. Подвинешь. Да. Кать Варнав. Всех Кать Варнав. Кать Варнав. Ты вот здесь? Ап. Присоединись, пожалуйста. Я тебя вызываю. Как ты думаешь? Давай с тобой дуэль устроим. Вот. Как вы вообще на это смотрите? Ответьте. Вот что, конечно. Пишите полным предложением, пожалуйста, потому что я не понимаю. Много комментариев. Ты секси, мне написали. Вау. Волосы назад. Волосы что-то маловато. Я сегодня буду стричься, дорогие друзья. Буду стричься. Потому что... А, девчонки, ну и мальчишки, кто отращивает волосы, сегодня надо стричься. Мы следим за Ириной понарошку, и она пишет нам дни, когда нужно стричься, когда бриться. Вчера мы брились, чтобы не росли. Вчера мы брили усишки, чтобы они не росли. А сегодня надо стричь волосы наоборот, чтобы росли. Налысо нет. Налысо я уже была на обложке SNC. В феврале вообще лучше не стричься. А, в феврале, кстати, дорогие друзья, крупный план, Юль. В феврале лучше не стричься. Ты просто секси-секси. Ну, девчонки, сегодня просто у вас какая-то особенная прибавка. В PC пишут, что я супер секси. А сейчас я еще, смотрите, секс. Оп. Вау. Не хочешь быть брюнеткой? Да, как бы. Ну вот, если сделать вот так, крупный план, то я брюнетка. А так? Ты бомба-бомба. Я 2 раза не повторяю. Танец, секс. Спасибо большое. Хотите еще танцы? О, может быть, я буду танцевать? Может быть, такими будут мои вайны? Я еще на самом деле не придумала, дорогие друзья. Пишите свои пожелания, какими должны быть мои вайны. И мы будем, в общем, это снимать все дело. А то, что просто так на гастроли ездить? Я просто так на гастроли езжу. Я просто приезжаю в Тюмень и гуляю. И уезжаю. Чего, ешь, спишь? Вы посмотрите на эту бровь. Волк с нами. Волк. Хотим вайны от Поли. Есть! Еще, правда, не придумала. Но сделаю. В общем, надо что-то думать. Гутен морген. Вот, попал на позитивные. Все, чем бы ты ни знала, будет пользоваться успехом. Да! Открываем бизнесок. Будем продавать. Носок. Когда меланхолия? Так, дорогие друзья, меланхолия. Моя новая песня. Моя новая песня «Меланхолия» будет выпущена в... Ну, когда?
В 2018. Ну, я вообще-то надеюсь, рассчитываю на начало октября. Ты очень-очень-очень красивая, как и я. И очень скромная. Дорогие друзья, спасибо. Мне очень приятно. Юль, ты сейчас все наши секреты красоты выдашь. Нет, не все. Ты замужем? В смысле? Вы не знаете? У меня что-то тут на экране. Вот оно, мое кольцо. Я замужем. Уже... Покажи сиськи. Вы чего там? Утро же. Какие сиськи? Вы что? Нет. Да не буду я. Да нет, ну куда? Я же, ну... Но их нет. Вы сами мне писали, что где сиськи? Ну, вы не можете их найти. Поэтому я, если честно, собственно, тоже не могу их найти давно уже. Какие ближайшие концерты? Сегодня Тюмень. А завтра... О! Завтра, кстати, приходите в парк Сокольники, там я спою. Сколько детей? Двое. Ну, покажи, пожалуйста. Дорогие друзья, я завтра выступаю в парке Сокольники. Приходите, кто может. Приходите, кто может. Заберите мне на новое платье. Нет, концерт бесплатный. Так что приходите. Кто повел 1 сентября? Никто не повел, потому что он и сам не пошел. А мы пойдем 3-го. У нас линейка 3-го. Ты обещала, что грудь обещала вернуться. Да ну что вы с этой грудью? Уже отпустите ее, пусть она идет. Юль, вот когда я говорю, зачем мне красить рот? Чтобы ты говорила красивым ртом. Не надо мне рот красить. Ну, ты наполовину красивая. Наполовину красивая? Да. Так, штраф. Сейчас, подожди, сейчас я нарисую рот, и все скажут, Сокольники, какой красивый сколько? Рот. Так, Сокольники, 15-20, да? Девы. Что? 15-20? 15-30. Завтра парк Сокольники. Тетка Полинка споет для вас свои суперхиты. Вот этот вот. Непонятно, что за песня. Не может она не дали. У нас до концерта еще 2 часа. Зачем ты рисуешь? 2 добрых часа. Дорогие друзья, я с вами 2 часа сейчас буду болтать. Ну что вы все... О, Вова, привет! Привет, Вова! Привет, Вова! Когда ты приедешь во Владивосток, девочки? Пока не планируем. Следующий вопрос. Юль, ой, так красиво ты сейчас сделала. Вау, эффект с волосами, ничего себе. Смотри, какой рот. Владивосток, я обещаю вам, что я соберусь духом и приеду, но надо так, чтобы вот и Владивосток, и Хабаровск, и... Владивосток, что-то Владивосток, 2000! Нет, другая. А значит, как? Я еще приеду, дай мне срок. А вот это вот, еду в Магадан, тарарам-пам, да? Помните такую песню? Кто пел, непонятно. Вася Обломов. Вася Обломов. Что это значит? Нет. Полина, пожелай, пожалуйста, Степе хорошего учебного года. Степан, Степашка, я желаю, чтобы ты учился хорошо. Иначе ты будешь глупой. Покажи мне рот. Юля, а ты можешь мне нарисовать вот больше рот, пожалуйста? Линию Купидона? Линию Купидона и сделать чтобы перекладину. Чтобы мне сказали, что это не умеет визажист попадать в рот. Юля. Визажист всегда попадает в рот. У меня странное. Визажист и... В общем, тоже. И... Так, ответишь, за что? Голос хороший, да? Хорошо. Рот. Не очень. Привет из Унечи. Ух ты.
какой у тебя рост? Это самый популярный вопрос. А что вам мой рост? Вот что? Знаете? Вот если вам... Хотят штаны тебе сшить. Если вы хотите сшить мне штаны или юбку, Поля, поделитесь, чем питаемся. В общем, если хотите сшить мне штаны или юбку, то мой рост 1.70 м. Шейте. Для секса занята. Ну, еще для этого я спрашиваю рост. Для секса. А ты занята, поэтому нет смысла. В общем, это не я сказала. Ты поешь сейчас на Муз-ТВ. Девочки, включай Муз-ТВ, скорее я пою на Муз-ТВ. У нас нет телевизора. Что за плохой отель? Почему у нас нет телевизора? Ну, вы в этом зале. В этой зале. А есть у вас еще какие-нибудь вопросы? А то у нас еще 2 часа. У нас еще 2 часа, и, в принципе, я... Перекрашу Полину. Просто. Настя, ну что, мы будем парик наш надевать? Нет, сегодня без парика. Ребят, я сегодня без парика. Только зубы сейчас ставим. Зубы. Они как раз отбеливаются в стакане. Спой выше головы. Теперь мы стали выше головы. Все. Ну как? Ты не устаешь? Ну как? Да что же, покажи мне одни и те же вопросы. У вас есть еще какие-нибудь вопросы? Меня зовут тоже Настя. Ребята, я Полина. Полина. Неожиданно. Не Настя, я Полина. Нет, не Настя. Спр. Спры. Это, видимо, спой. Я уже спела, вы все пропустили, друзья. Надо вовремя подключаться к... Я же сегодня только посмотрела пуховичок, а ему уже рой купила. Где? Юля только присмотрела пуховичок. Это этот, Балисиадо. Баленсиага, я думала, а это пижама. На Фарфетче. Есть какие-то животрепещущие вопросы, на которые я должна ответить? Пожалуйста, пишите вот здесь, в комментариях. Как Мия. Мия говорит много разных слов. Например, собака у нас собача. Значит, что у нас еще? Соска у нас Саня, и, собственно, также и солнце, тоже Саня, потому что мы пересмотрели, потому что мы пересмотрели этих английских мультиков, а, собственно, по-английски солнце Sun, и вот она называет его Саня. А также у нас 2 любимые куклы, одна Маня, другая Таня. У Тани нет ни рта, ни носа. Грецкий. Грецкий, помните, мне пишут. Грецкий. Орех. Грецкий орех. Я не только помню, но и ем периодически. И качаю. А если вы про греческий, то я говорю на нем. Говорю, но не так хорошо, конечно, как в детстве уже, но говорю. Греки понимают меня. Орехи понимают меня. Доченька вместе с братом не собиралась в школу. А, нет, рановато что-то. И даже в садик не собиралась. Нет, ей еще рано. Она там на даче со всеми. А мама вон на работе. Со всеми. Не так, со всеми. Ну, какие у вас еще вопросы, дорогие друзья? Ну, помимо того, что мне надо спеть, показать маникюр, показать попу и спеть. Ну, и сиськи, да. Что еще? Что еще? Ну, значит, вайны, в общем, делаем, да? Вайны делаем. О чем же будут наши вайны? Они будут однозначно очень остроумные. Они очень остроумные будут. Все. Забыла слово. Они будут очень быстро. Очень циничные. Приезжайте в Якутск. Я была там, кстати, в городе Мирном. Поправь прическу, а что с ней? Настя. Настя, что ты сделала? Это конкуренты мои, не обращай внимания. Что с прической? Это твоя бывшая парикмахерша, не обращай внимания. Одна из твоих бывших парикмахерш. Сейчас, не, надо не надо завидовать просто. У меня хорошая прическа.
хорошая, смотрите, какие кудри, кудри-мудри. Ой, мой сын меня смотрит, Андрюха! Андрюха! Ой, ну теперь нельзя, значит, говорить плохие слова и ругаться. Меня сын смотрит. Теперь я буду прилежной мамой. Значит, и так, дорогие друзья, дорогие детишки. Приезжай, бери... Понятно, у нас очень веселая команда. Все смеются просто так. Сейчас я тебя покажу. Раз, два, три. Нас горячей воды нет в Тюмени. Нету в Тюмени. Горячая вода есть. Не перенесся через пол. Вода. А у меня не работает душ сверху. Приходится вот эта вот штучка. Палец покажи. Что я прям должна показывать какие-то части тела почему-то. Юля, у меня потеет усы. Солонка, помните? Просто свежевыдернутые всегда потеют. Да свежевыдернутые. Знаете, вот, мне Настя подсказывает. Настя подскажет, что когда сделаешь, значит, чистку усов, то они потеют. Все поверят, что мы вчера усы драли. Прекрасно. У меня нет усов, нету у меня усов. Гена Дудин пишет, невозможно только ржать. Гена, возможно. И, кстати, смех продлевает жизнь и сжигает жир. Так что смейтесь, дорогие друзья. Ну да, правда, правда морщины беспокоят меня. Ну что делать? Я не могу не ржать, понимаете, дорогие друзья? Для меня это вот как воздух. Настя решила музыку поставить, потому что стало уже скучно. Надо как-то... Надо станцевать. Ты готова танцевать? Нет. Я? Это Дудина. Димка. Диман. 1 сентября должен звучать Билан. Знаю точно. На-на-на-на. Не та? На-на. Ну все. А есть какая-нибудь еще песня? Сейчас, да. Давайте пройдемся по... Настя, давай. Давайте пройдемся по хитам. Когда будет дуэт с Биланом? С Биланом не планировали. Мы хотим все с Сережкой найти какую-то хорошую песню про любовь между нами. Запрещенную любовь. Не пались. А, я спалилась только что. Боже. Теперь все будут знать про ваш с Сережей роман. У нас с Сергеем Лазаревым роман на нет. Что ты включила? Ах, какая женщина или что это? Шуфутинский! 3 сентября еще не наступило. Нет, мы убили, но да, давай какой-нибудь. Дорогие друзья, я сейчас, хотите, я надену штаны и станцую вам. Нет, мы хотим, чтобы ты танцевала без штанов. Сейчас, ладно, включу свой компакт-диск. Сейчас Настя включит компакт-диск. Ой, какой... А как вот этот вот... удалить, пожаловаться на комментарии. Кошмар. Ладно, какой. Давайте нашу. Что это? А помнишь вот песня того мужчины страшного, от которого я все танцевала? Малома. Настя, ты можешь нормальную музыку поставить? А, это классная песня. Как будто мёдом ты намаралась.
отвечайте. Моя подруга крокодил. Не хочет замолкать. Дорогие друзья, мне кажется, пришло время нам отключаться, иначе мы наговорим чего? Чего? Она встала. На? Но я дарья. Нет, Настя, можешь поставить что-нибудь веселое, не знаю, что-нибудь модное сейчас, что там сейчас, это? Сейчас, я дойду, подождите секунду. Вот это вот. А я хочу тебя на 360 или вот это вот. Настя, угадай мелодию. Не надо выдавать наш возраст, убери это. Мы должны быть ты молодежью, молодежью. Это моя любимая песня. Да выключи ты. Мы должны слушать вот эту вот. Если бы... Ну подожди, ну выключите вы ради бога, дайте. Вот это хотела. Дайте, я вспомню. Если бы я была... Можно. А если бы я... Монетка. А тебе... как это? Монеточка, монеточка. А если бы платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы была самой бедной из людей, я бы... Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе... Ну как... Нет, надо... О! Дурные пожалуйста, монеточки ради бога, Настя. Вот. Так. Можно этот суфлер, пожалуйста? Я не успеваю. Страничку ты. Еще модно вот так танцевать. Мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе. Я бомжевала возле трасс, самый бедный из людей. Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс. Нет, я вот тоже не пойму. Ну ладно, давайте дальше. Я вот тоже, объясните, если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, почему бы она была самой бедной-то из людей, наверное, самой богатой? Она что, что, ты что, не думаешь? Или мы сейчас... Да, да. Мы... Ой, точно, надо вот это вот. Кики, do you love me? Блин, придется выходить сейчас на улицу Тюмени и... Ударяться? И танцевать возле машины. Она о нем не думает, пишет Гена. А зачем же она о нем поет? А что она поет-то о нем тогда? Если не думает. Что ты не думаешь тогда о нем? Ой, да, Кики, do you love me? На-на-на-на, wanna ride it. Что ты там... Настя, Настя. Настя, мы молодые, молодежь слушает «Монеточку», молодежь слушает «Элджея», «Гречку», «Федука», «Фараона», «Фараон», еще кто? Кого там молодежь слушает? Сын, помогай. Подсказка в студии, сейчас я наберу своему сыну и вернусь к вам. Вот, и мы тоже это слушаем.
Я тоже слушаю. Егор Крид. Я потрачу на тебя свой самый лучший день. Я потрачу на тебя свою лучшую ночь. И я потрачу все деньги. Нет, я покупала LG. Покупала LG? Я покупала. Майтинг покупала LG. Настя вот покупала LG, оказывается. Гагарину слушают. О, Темникова, немодные, значит, такие немодные. На-на-на, голодные. На-на-на. Увидеть этот мотив. Сташевского, дети. Вы хотя бы знаете, вы помните Сташевского? Такие песни, такие тексты. Он был такой красивый. Господи. Пожалуйста, не включай. Пожалуйста. Включи молодежную включи музыку. Чуть. У меня тут молодежь. Сейчас будет танцевальная вообще. У меня молодежь в эфире. Какой ужас. Я сейчас тебе покажу в эфире, если ты не выключишь это. О! Вообще сейчас модно рэп. Рэп модно. Девочки, мне кажется, нам надо выходить из эфира. Худи. Ты что, у меня тут дети? Нельзя ли мне такое слушать? Темникова, ты что, ругаешься матом? В песнях? Я должна с тобой поговорить. Ты... О, припев! И такие немодные. Греешь души, душу и губы. В общем... Прервала нам песню. В общем, дорогие друзья, я прощаюсь с вами, иначе чувствую, что... Приехать за тобой, ты хочешь танцевать? Сейчас... Что это такое? Это модно. Дорогие друзья, в общем, оставляю вас думать, что это было. Мы прощаемся с вами, целуем вас и желаем прекрасного 1 сентября.